Это программа «Ваши деньги». И сегодня расскажем про войну за наследство Пригожина, огромные зарплаты депутатов и новый многообещающий бизнес на кладбищах. Я Сергей Мальнев. Приветствую. Начинаем сразу с рейтинга самых богатых народных избранников. Тех, что без разговоров берут под козырек и принимают откровенно антинародные законы. Насколько больше простых россиян получают непростые российские депутаты? И почему им всегда мало? Считаем. Пока у пенсионеров нет денег на еду... Да если бы не дети, я бы вообще с голоду бы подохла. Учителя на маленькую зарплату не могут позволить себе поход в театр. Ни в театр, ни в кино, скажем так, позволить особо вот моя семья не может. Я считаю, что вот такого отношения к людям нашей профессии быть не должно. Это унизительно. А большое количество россиян живут в аварийных бараках. Мы все здесь трущобы, как говорят, ну, ненужные люди. Они на нас внимания не обращают по власти. А вот газ откручить, они нам уже 3 года как открутили этот газ. Типа аварийность. Депутаты Государственной Думы России поднимают себе зарплаты. На прошлой неделе правительство внесло в парламент проект 3-летнего бюджета. Исходя из документов, с 2022 по 2026 год расходы на оплату труда депутата вырастут почти на 30%. С 6 миллиардов 140 миллионов рублей до 8 миллиардов. Интересно, что Путин разрешил депутатам не публиковать декларацию о доходах, и теперь узнать, сколько зарабатывают народные избранники, будет невозможно. Но пока что есть еще данные за прошлый год. Так, среднемесячная зарплата депутата без дополнительных надбавок составляла 500 тысяч рублей. В 2023 году она выросла на 66 тысяч рублей. Согласно бюджету, в следующем году парламентарии будут получать 586 тысяч, в 2025 почти 600, и в 2026 645 тысяч рублей. Желание российских депутатов увеличить себе заработную плату – это просто способ подстроиться им под те инфляционные, скрытые инфляционные процессы и дорожание жизни, которые на сегодняшний момент происходят в Российской Федерации. При этом мы же понимаем, да, что если вы больше тратите на военные нужды, то вы не можете больше тратить на социальные программы. У вас просто не хватает денег. При этом всем оплата труда обычных россиян будет расти гораздо медленнее. По данным Министерства финансов Российской Федерации, реальная зарплата граждан выросла на 6,2% с 2022 по 2023 годы, а затем вырастет на 2,7% в 2024 и на 2,6% в 2025 и в 2026 году. В общей сложности зарплата вырастет за 4 года примерно на 14%, тогда как у депутатов за этот же период на 30%. Как декларирует Росстат, в этом году средняя зарплата по стране составляет 69 тысяч. В 2026 она вырастет до 75, что в 9 раз меньше, чем будут получать депутаты Госдумы. В целом результат хороший. Он даже выше ожиданий. В ненавистной Путину и его прихвостям Европе разрыв между зарплатами граждан и депутатов гораздо ниже. Так, в Германии парламентарии получают лишь в 2,5 раза больше, в Великобритании в 2,7 раза, а в Европарламенте почти в 5 раз. Кроме того, в парламентах демократических стран практически отсутствуют миллиардеры. В Госдуме Российской Федерации их тьма. В условиях бедности большей части населения страны российские народные избранники умудряются зарабатывать миллиарды. Например, Леонид Симоновский за год заработал почти 1 миллиард 700 миллионов рублей. В его собственности есть жилой дом, квартира, земельный участок, автомобили S-класс 500, S-класс 560 и 4 маломерные суда. Его состояние оценивают в 1,6 миллиардов долларов, благодаря чему Симоновский занимает 77-е место в списке самых богатых людей России по версии Forbes. Интересно, что Симоновский является депутатом от путинской партии уже 20 лет. Сейчас он работает заместителем председателя самого элитного комитета по бюджету и налогам. Второе место по доходам занимает депутат Алексей Нечаев. До депутатства он занимался косметическим бизнесом, а в 2020 году создал собственную партию «Новые люди». Мы, новые люди, прагматичные романтики. Мы верим в лучшее, но знаем, если будущее не создавать, само по себе оно не наступит. Но кажется, единственное, во что верит Нечаев, это деньги. Будучи депутатом Госдумы, за год он заработал 2,5 миллиарда рублей.
Больше всего среди депутатов российского парламента заработал Владимир Блоцкий. Его доход за год составил 3,5 миллиарда рублей. По данным декларации, у него в собственности находится 22 объекта недвижимости, в том числе дом в Великобритании площадью 312 квадратов. В Госдуме он сидит уже второй созыв. Интересно, что самый богатый депутат пришел к власти с коммунистической партией Российской Федерации. Во-первых, депутаты Российской Думы, они достаточно богатые бизнесмены. И в этой связи, естественно, все вопросы, которые касаются их благосостояния, очень здорово завязаны и на предоставление тех или иных субсидий и грантов регионам. Все это связано и с другими процессами, которые дают дополнительные деньги. Главная цель работы депутатов – улучшать жизнь граждан страны. Но в России народные избранники занимаются только собственным обогащением и ублажением диктатора Путина. Россиянам следует задуматься, нужна ли им власть, думающая исключительно о своем благосостоянии. На чем бы еще заработать в стране, которая развязанной войной загнала себя в изоляцию? Думали чиновники и придумали. Хотят легализовать частные кладбища и прочий бизнес на мертвецах. Весьма актуально с учетом потерь путинской армии на фронте. Бизнес обещает быть очень прибыльным. Уже сейчас он даже по минимальным официальным данным генерирует около 100 миллиардов рублей. Откуда такая цифра? Считаем. Бедная серая российская глубинка, но нынче и на их улице праздник. Пришли инвесторы от чуть ли не самого масштабного, денежного и стабильного бизнеса нынешней России. Экскаваторы равняют участок на огромном поле близ деревни Будихинош. И это тот редкий случай, когда придется признать, Путин таки достиг небывалых высот. Как только лично взялся всерьез обеспечивать им новых клиентов и рынки сбыта, успехи невероятные. И теперь вот они рекордно расширяют бизнес. Сейчас строится центральная и объездная дороги. Почти завершена прокладка линии электропередач. Тут разместятся сразу 50 тысяч людей. Масштаб беспрецедентный. Госпропаганда откровенно радуется. Работы по организации нового кладбища под Костромой в деревне Будихино идут строго по графику, близится к завершению первый цикл. Сегодня на площадке побывал глава администрации города Алексей Смирнов. Но зачем настолько огромное кладбище в провинции? Вот так выглядит план будущего погоста. Предусмотрены места для почетных и воинских захоронений. Специальные забетонированные площадки под мусорные контейнеры, а также скамейки на дорожках. Новое кладбище городу необходимо. Возможности действующих мест погребений практически исчерпаны. Поэтому никакого дефицита клиентуры не ожидают. Да что там, сами похоронных дел мастера прямо говорят россиянам, все очень плохо. Наша страна становится доминирующей на евразийском пространстве. Нам нужно готовить это пространство, в том числе по похоронной мемориальной деятельности, для гораздо большей территории, которая сейчас представляет собой нынешняя Российская Федерация, включая новые присоединенные территории. Чувство юмора у него такое же черное, как и весь этот похоронный бизнес. Это генералы еще могут вешать лапшу на уши о якобы ничтожном количестве двухсотых, а вот гробовщики, как никто, знают реальную ситуацию изнутри и уже не знают, куда их девать. Похоронная сфера у нас не готова к такому увеличению смертности. Почему? Например, ну вы все читали на таком примере, как, например, крематорий. У нас очереди в крематории достигали до 2-3 недель. Посмотрел, видимо, Путин в папочках на реальные цифры потерь и понял, пора вкладываться в похоронку. Такого роста клиентуры и прибыльности нигде в России нет и, видимо, уже и не будет. По официальным данным Росстата, оборот этого рынка в 2022 году в России составил 90 миллиардов рублей, а по экспертным оценкам 360 миллиардов. То есть в реальности россияне в белую платят лишь четверть того, что тратят на похороны. А раз рынок настолько огромен, то власти решили, что нечего зарабатывать на нем казне. Есть люди и поважнее. Законопроект о похоронном деле. Документ должен легализовать фактически существующие частные кладбища, крематории и бюро похоронных услуг. Все эти чрезвычайно выгодные, но до крайности криминализованные виды деятельности власти хотят вывести из тени и начать контролировать.
Сейчас похоронным бизнесом могут заниматься только официальные предприятия местных властей. Их и раньше сильно теснили частные нелегалы, а теперь им полностью зеленый свет. Путинисты решили окончательно передать целую отрасль кладбищенским мафиози, печально известным жесткими методами развода. Первыми к покойнику приезжают не медики, не полиция, а похоронные агенты. И принимаются умело пользоваться горем родственников и быстренько навязывать баснословные цены. А потолок их определяется, по сути, только доверчивостью и беззащитностью родственников. Дельцы этого даже не скрывают. Вот сколько есть, столько и люди могут дать, столько и могут дать, да? Значит, проблема в другом. В том, что вот этих сколько могут дать, становится с каждым кварталом в виде накопления у населения все меньше. И тем не менее, самые скромные похороны в Москве обойдутся как минимум в 100 тысяч рублей. А вот обычно в 2, в 5, а то и в 10 раз дороже. Вот сейчас строится, например, 20 крематориев строится в России. Потому что все увидели, насколько. И топовые гробовщики, видимо, вошли во вкус, потому что они еще и жалуются. Все меньше и меньше. И сложная инфраструктура похоронки перестала окупаться той, которая создавалась в 90-х годов. На нее, на все сейчас у населения не хватает ресурсов как-то не натягивать. Нам придется менять всю систему финансирования по-другому. Не нужно забывать, что еще в кавычках потребителем является все общество. Государство. Как же он тонко намекает, дайте еще деньжат. И действительно, представители бизнеса добиваются особых субсидий от государства. Хотя и так собираются вовсю экономить. Ведь если под Костромой свободная земля еще есть, то вот рядом с крупными городами давно нет. Поэтому новый закон хочет легализовать еще и некоторые специфические варианты захоронения. Например, братские могилы урн с прахом. Экологично, компактно и экономно. Но, конечно же, только для будущих официальных хозяев целой отрасли. Есть, правда, и еще одна альтернатива. Потенциал брошенных вот этих мест с вторичным использованием без изъятия останков. Потому что надо понимать, что через 20-30 лет по второму циклу, по второму и так далее. И самое поразительное, авторы законопроекта тоже даже не скрываются. Все уже решено и выбора нету. Вносили мы его не просто так. Есть поручение президента и, конечно, его надо выполнять. Сам Путин лично дал добро перераспределить жирнейший и чернейший бизнес в масштабах всей страны. Так что не сомневайтесь, он позаботится, дабы свежепостроенные частные крематории и кладбища точно не оставались без работы. Еще один фронт открывается в России. Война за наследство Пригожина. Воевать будет его пока еще живой сын, на которого некогда главный террорист переписал свою бизнес-империю. С кем воевать? С российским бюджетом, из которого он собирается выбить долги РФ перед пригожинскими фирмами. Как даже после смерти некогда путинский друг продолжает обогащаться за счет народа? Показываем. Один из ключевых российских военных преступников, от которого летом избавился Путин, Евгений Пригожин, оставил после себя не только горы трупов, но и кучу денег. Там такие мутки были. Все свои активы и недвижимость главный российский террорист завещал своему сыну Павлу. Судя по всему, еще одному террористу, который не снимает военную форму даже на отдыхе вместе с младшей сестрой. По словам самого Пригожина, его сын – боевик ЧВК «Вагнер». Он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ППК «Вагнер», где и получил свой первый черный крест. Копию завещания военного преступника, которое Пригожин заставил в марте этого года, опубликовал один из российских телеграм-каналов. В нем буквально все мятежный путинист оставил 25-летнему сыну. И ничего не завещал двум дочерям и жене. Правда, обязал Пригожина-младшего обеспечивать последних. Общая стоимость компаний и недвижимости в завещании – 12 миллиардов рублей. Доля в кинокомпании ООО «Аурум», которая производила пропагандистские фильмы Пригожина. Компания по управлению и торговле недвижимостью ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Кейтеринговая компания ООО «Конкорд Кейтеринг». Но каким бы долгим ни был перечень компаний, общая сумма в завещании никак не сопоставима даже приблизительно с суммами, которые Пригожин зарабатывал и которые были подтверждены СМИ. Известно, что заколачивал свое состояние террорист на госконтрактах, то есть прямо наживался на россиянах.
Суммарно за 10 лет с 2011 по 2021 год компании, связанные с поваром Путина, выиграли тендеров на поставку питания в основном школы и медучреждения на 184,6 миллиарда рублей. Пригожин, благодаря тесным связям с Путиным и, безусловно, с разрешения Кремля, давно присел на подряды российской военной машины. Он кормил солдат Путина, и его предприятие «Мегалайн» строило казармы и целые военные городки. Рекордным по заработкам для повара Путина стал самый страшный для всего мира 2022 год. За год войны России с Украиной бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин получил госконтрактов на сумму в 91,5 миллиарда рублей. Но куда больше денег он заработал на крови. Так ЧВК «Вагнер» обошелся российскому бюджету в больше чем 1 миллиард долларов за год войны против Украины. Все это в целом гораздо больше, чем 12 миллиардов рублей в завещании. Российские эксперты так объясняют это несоответствие. Собственность господина Пригожина, она имеет несколько эфемерный характер. Собственно говоря, у него ее нет, да, значительный. Ну, да, нет, у него есть какая-то недвижимость в Петербурге, есть что-то там под Гринжуком, есть, да, есть какие-то производства, продовольствие этого замороженного, но это все не олигархический уровень, да, совершенно, потому что на чем строилось все великое могущество? На связях, на госконтрактах и так далее. Вероятно, поэтому сын владельца террористической ЧВК «Вагнер» собирается взыскать все долги перед отцом, как пишут российские телеграм-каналы. Ведь только Министерство обороны должно «Конкорду» не менее 75-80 миллиардов рублей. Так что даже после смерти Пригожин продолжает наживаться на российском бюджете. Ну и пока сын Пригожина воюет за его деньги, сама ЧВК «Вагнер» получает нового главаря. Кремль делает ставку на бывшего заместителя Пригожина, некого Андрея Трошева, на которого у Путина, конечно же, имеется папочка с компроматом. Кто такой этот Трошев и как его будут использовать? Давайте посмотрим. Пригожин мертв. Это большой плюс для Путина, который откровенно боялся своего вышедшего из-под контроля повара. Но есть в этой смерти для Путина и минус. Фронт покинули подразделения ЧВК «Вагнер», которые были одними из самых боеспособных. И вот российский президент решил реанимировать кровавый бренд, но уже под другим руководством. Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений. Рядом с заместителем Шойгу Бек Евкуровым Андрей Трошев, бывший начальник штаба ЧВК «Вагнер». У этого человека два неоспоримых преимущества. Первое – он жив. Второе – он не поддержал мятеж Пригожина. Его не было в том самолете, который сбило российское ПВО. Вы сами более года, да, по-моему, воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете вопросы, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом. Трошеву 61 год. Он закончил Ленинградское военно-артиллерийское училище. Воевал в Афганистане, имеет два ордена Красного Знамени. Служил в питерском ОМОНе в отделе кадров милицейского главка. Закончил службу полковником полиции. В 2012 году пришел к Пригожину и занимался там организационно-административной работой. Во время мятежа он уже пытался переманить вагнеровцев в другое ЧВК, но безуспешно. Давайте, ребята, теперь мы все пойдем в ряду, там вами будет командовать тот же самый Трош, которого вы знаете, и все будет хорошо, никто не пошел. Теперь в Кремле посчитали, сколько человек отбилось от рук после смерти Пригожина. И решили попробовать еще раз. Пригожин в мае месяце, в конце мая, давал такие цифры, что он вот к 1 мая, по-моему, раскассировал около 23 тысяч человек. То есть это были люди, у которых закончились контракты, вот эти неформальные, они были отправлены по домам. Вот. Плюс еще какое-то количество тех, кто участвовал в мятеже. То есть, ну, там можно предположить, да, там, то есть это не точно, но можно предположить, что там от 30 до 40 тысяч людей, которые умеют держать в руках оружие, это и бывшие заключенные в том числе, могут быть востребованы.
Трошева не зря позвали к Путину под телекамеры. Одной из главных причин мятежа Пригожина было то, что глава ЧВК отказался переходить под командование Министерства обороны. Из-за этого его бойцам было отказано в социальных гарантиях, выплатах по ранению, смерти. Пригожин давал неформальные гарантии, эти деньги выплачивались кэшем там по всей стране. Все прекрасно об этом писали. Теперь Пригожина нет, а кто-то должен прогарантировать наемникам, как бы, ну, добровольцам в кавычках, как это сейчас называется, что они не останутся без куска хлеба. Теперь, когда у руля нового образования стоит верный человек, Путин готов дать гарантии финансирования. Да, у нас создан фонд защитников Отечества. И я много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть. Вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Итак, харизматичного вожака волчьей стаи удалось подстрелить. И теперь, дабы использовать оставшийся человеческий ресурс, решено создать нового. Но эксперты оценивают эту затею очень скептично. В отличие от Вагнера, я имею в виду Вагнера как структуры, которая под руководством господина Пригожина весьма самостоятельного, состоятельного и неординарного человека была чем-то особенным во всей этой истории, да, то под руководством господина Трошева какой-то очередной барс или два барса или три барса никакой, ну, ничем отличаться не будет особо от остальных, роли не сыграют. БАРС – боевой армейский резерв страны, отряды, создаваемые по региональному признаку. Ничем особым эти подразделения на войне не выделялись и позже стали материалом для формирования кадровых частей российской армии. Публика, которую собрал под своим крылом Пригожин, в прошлом отсидевший 9 лет в тюрьме, в БАРС не пойдет. Они же все люди вольные. То есть они должны собраться и подчиниться, но как бы это не человек-легенда, да? Человек-легенда – это Уткин Вагнер был, да, там их командир. Вагнер держался на легендах, созданных публично, да, в СМИ. То есть Пригожин ежедневно выдавал какие-то инфоповоды. У него была сетка своих СМИ. Пригожин был успешным бизнесменом со связями, которые тянулись на самый верх. Он создал некую криминальную вольницу, военизированную банду уголовников, которая верила только ему и ему подчинялась. Сможет ли повторить это питерский полковник полиции в отставке, не имеющий капитала и подконтрольных ему СМИ? Вопрос риторический. Ну, да, он встретился с Путиным. И это должно осенить его как бы, как, значит, наместника Бога, да? То есть Бог осенил этого человека. И вот этот человек, как бы, я ему доверяю, но вопрос в том, насколько это будет воспринято внизу. Очевидно, Путина ждет очередной провал. И в завершение сегодня рубрика «Лица режима» и Виктор Золотов. Оказывается, многие родственники главы Росгвардии обосновались во вражеской Великобритании. Живут там, учатся и занимаются кидаловом под видом бизнеса. В то время как сам Золотов в России обогащается на государственных тендерах. Как и насколько? Показываем. Он был в первых рядах разжигателей преступной войны. У нас нет границы с Украиной. Это граница американцев, потому что они хозяева в этой стране. А эти все у них вассалы. И то, что они так накачивают их оружием, то, что пытаются сейчас создать ядерный арсенал, нам тогда в будущем это аукнется. Он рисовал своих псов режима непобедимой армией, а их ВСУ разорвали еще под Киевом в первые дни войны. Обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Это Виктор Золотов, главарь Росгвардии. Теперь же о его подвигах вы не услышите даже в бредовых фантазиях госпропаганды. Хотя он чуть ли не ближайший к Путину военачальник. И не только потому, что подвигов этих просто не существует, одни громкие провалы. Но и потому, что путинисты явно желают, дабы россияне о нем и вовсе забыли. И не ставили вопрос, а где же сейчас эта Росгвардия? Где же все те десятки тысяч мощных бойцов, которыми так похвалился Кремль? Почему простых мобиков, а не их погнали на фронт? И что же они попрятались, поджав хвосты, когда Пригожин шел на Москву. А сам Золотов вместо передовой катается по заграницам.
это не мешает ему отдыхать на Сейшелах со скортницами? И почему он и семья только прирастает все новыми крутыми особняками, а на свои амурные похождения потратил 500 000 000 рублей? Дина Цилевич, которая живет, как у бога за пазухой. Внучки его явно пошли по стопам дедушки. Оказалось, те даже с миллиардными богатствами, нажитыми за счет близости к власти, все равно предпочитают якобы вражеский туманный Альбион родной Россиюшке. И ради сытой жизни на Западе не брезгуют ни разводить людей, ни пилить бюджеты, ни нагло врать. Сам подумай, ты знаешь, как бы я, ну, мне, ну, как бы вообще нет никакого там прикола тебя подставлять перед твоими же друзьями. Это Артем Чичихин, типичный мажор, мошенник и по совместительству внук Виктора Золотова. Так он оправдывается перед друзьями-партнерами по бизнесу, точнее по разводу. Авторитетное издание «Полигон» сообщает, сферу выбрал там, где можно быстро обманом сорвать куш, якобы слив 100% выигрышных ставок на спорт. Всем доброй ночи, грабители буков. С вами Москов Сенатор. Вы можете подписаться на мой аккаунт в Телеграме. По итогу провал и скандал. Прямо как у дедушки. Друзья публично обвинили, несмотря на богатство, не побрезговал кинуть на деньги. Неужели семейные традиции соблюдает? Чичихин в свой мошеннический проект завлекал таким низким и подлым враньем, как помощь детям больным раком. Интересно, кто так научил делать и так низменно и позорно врать? Артем привык жить в люксе чуть ли не с пеленок. Рос в элитной подмосковной Бармихе и развлекался шоу-бизнесом. А потом отправился учиться в загнивающую Британию. Патриотизм дедушка внуку явно не привил. Ну или же сам никогда его и не имел. Сейчас такой нюанс, я нахожусь на срочной службе сейчас. Вы нас точно простите, да, у нас отметки не было. Там же в Британии учится и Максим Чичихин, внучатый племянник Золотова. Такое образование стоит миллионы рублей, но когда у тебя есть доступ к госбюджету, то можно себе такое позволить. Доступ, похоже, имеет Юрий Чичихин, отец Артема и зять Золотова. Владеет кучей компаний с миллиардными оборотами. Юрий Чичихин владеет десятком компаний, чей годовой оборот исчисляется миллиардами рублей. И в военный год их прибыль только растет. Вот компания «Главстройинвест». До войны она заработала 1,3 миллиарда рублей, а в 2022 году уже 3,5 миллиарда. Тесть Виктора Золотова владеет ООО «Большая тройка». Это резидент Сколково, занимающийся разработкой программного обеспечения, ну, например, для Росатома. В этом мае «Большая тройка» получила подряд почти на 2 миллиарда рублей. Не будем углубляться в тонкости, просто заметим, сам текст закупки был написан так, что принять участие в аукционе могла только компания Чичихина. Другие тендеры тоже как будто специально под него написаны. И все это под покровительством своего тестя. Интересно, как такие патриоты умудряются жить на две страны? Сам Виктор Золотов практически бомж на фоне отечественной элиты. Это следует из его деклараций. Годовой доход чиновника, отвечающего за избиение оппозиции на митингах, составляет всего 6 миллионов рублей. Но эта сумма никого не должна вводить в заблуждение. У него тоже есть участок на Рублевке стоимостью почти 300 миллионов. Более того, путинский товарищ не постеснялся занять бывшую дачу Анастаса Микояна. Но почему же Путин как бы и не замечает очевидное воровство приближенного? Это ведь все же ослабляет войска, что диктатору на первый взгляд невыгодно. Но только на первый. Покупку лояльности через коррупцию в Кремле ценят куда выше, чем боевую эффективность. Да и Росгвардия не просто обычная часть обычных вояк. Их годами демонстративно под телекамеры тренировали разгонять митинги. Убеждая россиян, рука не дрогнет даже и убить протестующих. Им давали огромные зарплаты и льготы, и все, дабы тести стерегли покой царя на троне и щедро угощали протестующих избиениями. Эта армия изначально служила и служит не защите Родины, а защите режима и личному обогащению семьи Золотовых. Но не все то золото, что блестит. Оказалось, что реальная война – это не бокс по переписке с Навальным, да избиение беззащитных на митингах. Мощный отпор ВСУ сломил их захватнические планы, а отпор всей Украины рано или поздно сломит еще и их планы править, врать и воровать до смерти. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16:30 только на телеканале Freedom.